Стритбол 1 на 1 отличается от обычного баскетбола тем, что против друг друга играют два спортсмена на половине баскетбольного игрового поля с единственным кольцом. По правилам, если игрок не забивает или допускает ошибку, то мяч переходит сопернику. Баскетболисты играют до 7 очков. Турнир по стритболу организовала баскетбольная академия «Горизонт» совместно со спортивной школой «ИКАР». Только в этом году Академия «Горизонт» переехала в Саров, и этим летом мы запускаем тестовые турниры, чтобы посмотреть вообще, какая активность, как народ на это реагирует. И, ну, в целом могу сказать, что все достаточно благополучно, и следующим летом мы, скорее всего, уверенно будем запускать какие-то новые мероприятия. В турнире по стритболу участвовали несколько категорий игроков – мальчики, юноши, мужчины и женщины старше 18 лет. Те спортсмены, которые победили в первой игре, выходили на следующий этап и играли с новым соперником. Жара выше 30 градусов не сыграла ребятам на руку и оказала свое влияние на ход игры. У меня не получилось, соперник был сильнее, не подпускал кольцо, у него была сильная защита. Как думаешь, почему не получилось? Где сделал ошибку? Жарко очень, устал. Начал хороший старт, а потом устал и практически под конец не стал играть. Сава Филаткин занимается баскетболом чуть меньше года. Этим спортом мальчик увлекся еще в первом классе. На даче было баскетбольное кольцо. Там он оттачивал меткость и сноровку. После того, как Сава перепробовал разные виды спорта, он решил вернуться в баскетбол. Открытый турнир по стритболу стал для юного спортсмена первым соревновательным опытом. Игра была хорошая. Соперник очень сильно сопротивлялся. Вначале я проигрывал, но все же старался как-то давать бой. Ну и, соответственно, мне это получилось. Я за себя рад. Но соперник тоже отлично держался. Он давил в защите сильно. Но я думаю, что я мог бы и лучше сыграть. После игр во всех возрастных категориях судьи подвели итоги и наградили победителей. Этим летом Академия «Горизонт» совместно с ИКАРом также провели несколько турниров летнего кубка по баскетболу 3 на 3. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Кирилл Новикевич, служба новостей Саров, 24.